Эй, Карл! Как ты себя чувствуешь, сестренка? Это еще не все, чувак. Я приехал сюда, чтобы обезопасить свою девушку. Но сейчас я отправлюсь назад к своему дому и избавлюсь от этих ебаных наркоторговцев. Эй, смотри, ты вернешься в свой район, чтобы избавиться от этого дерьма, и тебя там сразу же порвут на куски. И я потеряю тебя из-за твоего мужского самолюбия. Эй, успокойся, чувак, мы справимся со всем этим, когда придет время. Мы же знаем, какие подонки, блядь, стоят за всем этим, чувак. Это твой вонючий гроу-стритовский брат Смоук. И эти грязные свиньи Темпани и Пуласки. Смоук, это он все подстроил, чувак. Нет, нет, только не Смоук. Он мог водиться с Крэш, но делал он это не по своей воле. Хватит, Си Джей, как ты думаешь, откуда у него тот новый дом, а? Давай забудем всю эту чушь про Гроувс 4 Лайф и посмотрим правде в глаза. На улицах говорили, что дважды в неделю Смоук отправляет машину из города в Сан-Фьеро, и назад она возвращается полная белого порошка. Черт! Я понаблюдаю за шоссе, идущему в Сан-Фьеро. Может, я что-нибудь увижу. Вот только улажу свои дела и вернусь к вам. Алло? Ты где, засранец? Ты почему не звонишь? Ну, я как раз собирался позвонить тебе, но... Лжец, ты проводил время с этими вонючими шлюхами. Нет, нет, если ты дашь мне... Молчать, быстро приезжай, у нас есть еще места, которые нужно ограбить. Посмотри, я посреди всякого дерьма. Thank you.
Эй, он там идет. Эй, Каталина, детка, это я, Карл Джонсон. Эй, детка, прости, я плохо поступил. У меня сейчас трудные времена, детка. Ты знаешь, может, я был немного грубоват. Пожалуйста, поверь мне, ну уже, детка. Открой дверь, черт. Она здесь? Я ничего не вижу. Ну уже, детка. Не психуй, детка, пожалуйста. Детка, без тебя не будет Карла Джонсона! Проклятие! Черт! Где эта тупая сучка? Здесь, Каврон! И кто теперь сучка, а? Оу, детка, детка, я очень извиняюсь, детка! Что дальше? Ты была права! Пожалуйста, прости меня, детка! Только, блядь, не стреляй, прошу тебя! Ты думаешь, что ты сожалеешь, а? Как ты собираешься доказать, что ты сожалеешь? Ну уже, детка. Давай, я буду с тобой, даже если ты будешь со мной груба, детка. Продолжай. Я буду грабить с тобой банки и так далее. Я дам тебе убить любого, кого ты захочешь убить. Я буду правильно с тобой обходиться, детка. Только, блин, ну прошу тебя, не стреляй в меня. Карл, кажется, я люблю тебя. Оу, черт, это великолепно, круто, да, фантастика.
Все это. Хочешь ограбить еще парочку заведений? Эй, что у нас осталось в списке целей? Ты тупой? Ты что, уже забыл? Банк в Паломино Крик. Магазин алкогольных напитков в Блуберри. Или букмекерская контора в Монтгомери. Хорошо, на этот раз мы сделаем это спокойно. Без этих твоих психованных штучек, детка. Говори только за себя, неженка. Сегодня я чувствую себя так, что готова убить каждого мужчину на своем пути. Блин, детка! Не волнуйся, я делаю исключение для мужчин всей моей жизни. А теперь езжай быстрее. Ты хочешь ограбить букмекерскую контору? Да, а ты больше не мужчина? Держи, Карл. Сумка со взрывчаткой? Где ты его откопала? Открывай подсобку, или я прострелю твою ебаную морду! Убери руки от сигнализации, или я убью тебя и твоих детей в придачу! Я тебя предупреждала, тупая сучка! Тупая, ебаная сучка! Я убью тебя! Жри мое дерьмо! Прекрати играть со своими яйцами и поторапливайся! Двигай! Вперед! Входи туда и открой сейф! Есть! Я открыл его! Следи за временем, ты, ёбаный лентяй! Ладно, поехали! Садись в чёртову тачку! Шевелись давай! Для тебя... Ты вообще дебил, понял? Теперь он в наших руках. Ну побейте меня! Сохните, тупые свиньи! Подозреваемый убегает! Я убью вас всех, вы полицейские морды! Я убила сотню таких свиней, как вы! Жри, свинец, ёбаный урод! Я надеюсь, тебе больно? Я надеюсь, что ты будешь умирать долгой и мучительной смертью. Внизу ваши ёбаные бошки! Я зажарю ваши...
Езжай назад ко мне в убежище! Ты ёбаная психопатка! Вы слабые мужчины, боитесь крепких женщин. Если вы влюбляетесь, то говорите, что мы психопатки. Если мы сердимся, вы говорите, что мы истерички. Мы спим с мужиками, значит мы потаскушки. Если мы при этом не получаем удовольствия, то мы бесчувственные шлюхи. Кого ты зовешь слабым мужчиной? Я же показал себя в деле. Это был обыкновенный рабочий день. Ты не можешь оставаться разгоряченным. Иди и засунь свои крошечные яйца в морозилку. Крошечные яйца? Погоди минуту. Хватит, заткнись и езжай. Я считаю выручку. Ты меня впечатляешь, Карл Джонсон. Вот твоя доля, богатырь. Эй, Холмс, я был занят. Сизер, как дела? Я за милю могу учуять закись азота. Гонки, мой друг, тачки. Не красивые тачки, а быстрые, чувак, быстрые. О чем ты говоришь? О стрит-рейсерах из Сан-Фьерро. Они встречаются за городом, чтобы порвать всю округу в клочья. Никаких приглашений, участие свободное. Хочешь заработать немного денег? А Папа Римский срет в лесу? Почему ты постоянно меня об этом спрашиваешь, Холмс? Я тебе говорю, что не знаю. Дела его святейшества — это его дела. Найди быструю тачку и подъезжай к старту. Это к югу от Монгомери. Мы с Кендалл там тебя встретим. Увидимся, чувак.